Преподобный Стефан родился в 1310 году. Был он из обедневшего боярского рода. И, конечно, он известен менее, чем его младший брат Сергий Радонежский. Но в истории России Стефан остался и как достойнейший брат Сергия, и как духовник великого князя Симеона, сына Ивана Калиты. Он был настоятелем Богоявленского монастыря и сподвижником святителя Алексия, чья политика и деяния вылились в победоносную для Руси Куликовскую битву. У Стефана и его младшего брата Сергия были нередко противоречивые отношения, но известно, что Стефан в конце концов каялся перед Богом за свои неудовольствия. Известно также, что в 1370 году они служили литургию совместно. Именно во время оной оба брата видели ангела, шедшего между ними. Именно после этого преподобный Стефан окончательно отдал своего сына Федора на попечение Сергия. Отрок Федор станет в будущем основателем Симоновского монастыря в Москве и духовником князя Дмитрия Донского. А умер святой Стефан в глубокой старости, предположительно пережив и свое чадо Федора. Имя преподобного Стефана включено в соборы радонежских и московских святых.